И всем привет! И сегодня я со своим подписчиком Лео Тайм будем развозить посылки в Motor Depot. Мы устроились на работу в Почту России. Будет это так называться, я только что на ходу придумал. Я вообще сценарий не придумываю. Тупо на ходу говорю, что могу, что в голову прилетает, то и вылетает на словах. Как говорится, слово не птичка, вылетит, не поймаешь. Но мне не нужно его ловить, не нужно его отпускать. Так, я первый забираю груз. Загружаем. Сказали бы нам, какой груз. Это чё так жадничать, чё такие жадины? Так, ой, сколько точек. Думаю, за день не управимся. У нас есть супер быстрый пирожок. Кто не знает, пирожок так называли в те времена, ну, может, сейчас даже. Такие вот машинки, на которых я сейчас катаюсь с Лео. Что там все время человечек на остановке стоит? Справа был только что. Слева, да, справа. Так, Лео поехал, короче, в другую сторону. Я думаю, мы с ним вдвоем быстро управимся. Так, включаем режим спорт и поехали. Брым-брым. Кого я обманываю? Никакого режима спорта здесь нет. Видели, я только что повернул налево. Помню, как я когда-то взял, ну, на тест-драйв копейку, и тогда добавили. И на полном ходу в стену дрыщ-бубыщ врезался. Вот такие вот дела. Когда-то этот город был таким маленьким. Здесь не было ни вокзала, ни такого небольшого города. Чего здесь только не подобавляли. И вокзал, и новые места, еще там что-то, еще какие-то постройки, еще там что-то, того-то, кого-то и что-то. Так, сейчас мы, кажется, будем въезжать в спальный район. Также добавили много автомобилей. Ну вот же опять незадача. Они добавили двойку и тройку. Ну что ж такое, ребята? Ну, двойка, тройка, блин. Ее даже нет в Russian Rider Online. Почему этих автомобилей так игнорируют? Единственная игра, ну это не реклама, просто говорю. Единственная игра, где есть вся классика Жигулей, это Russian Car Drift. Там и копейка, двойка, тройка, четверка, пятерка, семерка. Там, короче, с чего только нету. Недавно там приору добавили. Не знаю, почему ее не было. Но она теперь там есть, поэтому нормалек все. Реально, я когда-то зашел в эту игру, мне она не понравилась, потому что там реально камеру нельзя было поворачивать, нельзя было играть от первого лица. Но от капота не счет, как бы не очень хотелось бы. Хотя прикольно. Я ее, короче, удалил. Потом когда-то снова скачал и решил немножко поиграть. Думаю, что же эту игру так снимать? Потом поиграл. Та не, фигня. Удалил. Потом опять скачал и уже не удалил. Представляете? Так, еще 4 точки. Нам нужно развести груз. Ох, как мы мчимся на всей скорости. Я гонщик, не Почта России, нелегальная, профессиональная, чисто на все скорости, нет ей покорности. Так, это у нас констовары? А, это гастроном. Нифига себе, может еще в Банк России подъедем, что-то там денежки выгрузим. Блин, почему в этой игре нету инкассаторной машины? Поворачиваем. Сейчас будем ехать на впростец. Почта России спешит. Почта России летит. Через море и реку прибежит. Да, вот так Почта России делает. Все рискует своей жизнью, своим здоровьем. Все ради того, чтобы доставить вам посылку. Через океан и море проедем. Как вы видите, как мы сухие из воды вылезли. Видите, просто не беда. Заехали в воду, выехали из воды. Нормас, это же Почта России. Всегда вам посылку перевезет в нужное время. Обращайтесь. Нужна посылка в Motor Depot, но не знаете, каким сервисом использоваться. Возьмите Почту России. Знаете почему? Не потому, что она буквально пройдет через воду, огонь, солнце, что там за дичи. А потому что Почта России здесь одна в России. Здесь больше нету никакой почты, кроме Почты России. Только Почта России. Выбирайте Почту России. Будьте счастливы.
Всегда довезут вам посылку вовремя, но это не точно. Ну, остаточно. Вот кто-то на автовокзал заказал посылку. Вот был бы здесь большой большой вокзал, такой залезный, железнодорожный, чтобы все было четко, гладко, чтобы поезда ездили прям, ох, как было бы, какая ляпота была бы. Так, это что за отделение, что там за здание, я хочу туда зайти, поздороваться, отложить кирпичи и сматываться. Что я плету? Так, Лео, ты там развез посылки? Я, кажется, да. Я развез посылки или нет? Вы должны мне ответить, а не я вам. Я уже развез посылки, бро, а ты там, братанчик, ты уже развез? Через огонь, воду и море, реку, через греку. Довез посылки, братанчик. А ты? Так, короче, мы сейчас будем ехать, не знаю. Кажется, не нужно нам ехать на бензозаправку. Поедем сразу сейчас в гараж. Ох, какой гонщик нелегальный. Я не удивлюсь, если это Почта России. Проедет везде. Через моря, луга, ров. Это Почта России, кажется, да? Только немножко автомобильщик другой. Кому это плевать? Хоть у вас хоть Запорожец, хоть броненосец, хоть корабль, хоть самолет, мчится на взлет Почта России. Сейчас посмотрим, нужно мне еще груз брать или нет. Тихонько подъезжаем, чтобы не врезаться. Почта России очень аккуратная. Боже, как я распиарил Почту России. Все. Почта России настолько классная, что вы курьер, и если вам нужно что-то загрузить в магазин, ну, тут, ну, взяли вообще товары загрузить. Во сколько нас игроков? Где-то 7-8. 7, кажется. Если вам нужно что-то загрузить, а вы можете просто отказаться. Нет, спасибо, я уже устал. А можете вообще не приходить, вас не уволят, потому что вас и так на работу не нанимали. Да, на сегодня хватит. Я сам себе решаю, когда мне отдыхать. Почта России рулит. Становитесь нашими курьерами. Хотите тоже поучаствовать в Почте России? Просто напишите нам в комменты. Прям вниз же спуститесь, в комменты напишитесь. И завалитесь, и видосы молча смотритесь. А мы такие крутые. Подъезжаем сюда. Вот наше здание. Нам должны платить зарплату, но нам не заплатят. Почему? Потому что мы добровольцы. Мы добровольно решили помочь развести посылки. Так прям четко. Почта России летит. Почта России спешит. Короче, надеюсь, я и мой подписчик, что вам понравился видос. Вы поставите лайкос, подписос. И уходидос с моего канала. Не, шучу. Не уходите. Или уходите, не знаю, вам решать. Так, короче, прощаемся. С вами был я, Роман Игроман. И еще кто-то, какой-то парень. А, да, Лео. Короче, всем пока.